Всем снова здравствуйте на моем канале. Вот нашел в своем гараже вот такие сломанные ключи. Вот, как видите, их несколько. И вот хочу попытаться дать им вторую жизнь, как говорят. Вот. Ну давайте попробуем, посмотрим, что из этого получится. Смотрите, что у нас получилось. Вот такие инструменты. Ими можно как гайку откручивать и использовать вместо вот такой маленькой струбцины. Так, давайте посмотрим, что оно как работает. Вот так оно работает. Вот еще маленький, давайте испытаем. И еще использовать можно вот как такое приспособление с
если вот, допустим, что-то нужно приварить, плоскогубцем, чтобы не обжечь руки. Вот. Так. Вот и так заварить можно. Вот для чего оно предназначено. Так, друзья, всем спасибо за внимание, кто смотрел. Если что не так, пишите в комментариях. Все, всем спасибо за внимание.